Генеральная прокуратура Азербайджана распространила заявление в связи с ракетными атаками армян на Барду в 2020 году. В заявлении говорится, что вооруженные силы Армении грубо нарушили нормы и принципы международного права, требования гуманитарного режима прекращения огня, достигнутого в ходе 44-дневной Отечественной войны, начавшейся 27 сентября 2020 года, с целью мести подвергли обстрелу объекты гражданской инфраструктуры в городах и районах, удаленных от зоны конфликта и прифронтовой зоны Азербайджана. В частности, жилые дома, больницы, медицинские центры, школьные здания, детские сады, административные здания государственных учреждений, сельскохозяйственные угодья. Вооруженные силы Армении совершили преступления против мира и безопасности человечества, а также военные преступления путем стрельбы из различных видов оружия, баллистических ракет и запрещенного артиллерийского вооружения. Мирные жители, не имевшие никакого отношения к войне, были зверски убиты. Так, 5 октября 2020 года вооруженными силами Армении был нанесен первый ракетный удар по находящемуся вне зоны боевых действий городу Барда. В результате 2 человека были убиты, 7 получили ранения. 8 октября 2020 года был нанесен второй ракетный удар по городу Барда, в результате которого 8 мирных жителей получили ранения различной степени тяжести. 27 октября 2020 года в результате ракетного обстрела села Гара-Юсифли Бардинского района 5 человек были убиты, 14 человек получили ранения. В результате ракетно-артиллерийского обстрела Бардинского района в указанные даты 7 человек были умышленно убиты, 29 мирных жителей были ранены. Крупный ущерб был нанесен объектам гражданской инфраструктуры, автотранспорту, жилым домам и другим строениям, расположенным в городе, говорится в заявлении. Также в заявлении отмечено, что целью военно-политического руководства Армении было нанесением ударов по густонаселенным пунктам лишить жизни как можно больше людей. Генеральная прокуратура Азербайджанской республики призывает мировое сообщество предпринять предусмотренные международным правом меры юридической ответственности в отношении Армении и ее военно-политического руководства, совершивших преступления против мира и безопасности человечества, а также военные преступления, повлекшие за собой убийство мирного населения Азербайджана. «Мы осуждаем преступления против мира и безопасности человечества и с глубокой скорбью чтим память жертв», сказано в заявлении Генеральной прокуратуры Азербайджанской республики.